Одним прекрасным, не совсем весенним мартовским утром в моей трудовой деятельности кое-что пошло не так. Нормально. Работать. Говоря более определенно, вышел из строя тумблер запуска двигателя токарного станка. Разумеется, оставлять все как есть категорически неприемлемо. Во-первых, заедающий и через раз срабатывающий включатель – это серьезный удар по нервной системе, уж поверьте мне. А во-вторых, это просто небезопасно, тоже очень важный момент. Порывшись в запасах коммутационных элементов, было отобрано несколько вариантов. Наиболее подходящим кандидатом, по моему мнению, оказался тумблер под названием ПТ-26-2. Содержание серебра аж 0,3 грамма. Количество циклов переключения 25 тысяч. К слову, популярный тумблер ТП-1-2 имеет 10 тысяч циклов переключений. Произвожу разборку. Вот полезный совет тому, кто будет заниматься подобным. Используйте подходящую коробку. Таким образом, можно свести к минимуму вероятность улета в атмосферу какой-либо мелкой детали. И тем самым, разумеется, исключить вероятность многочасовых поисков этой самой детали. Что далее? Далее необходимо извлеченную ручку зажать в патроне токарного станка, желательно как можно ровнее. Если это вообще возможно. Обточу до диаметра 3,8 миллиметра. Блин, это тумблер! Довожу напильником, ибо есть риск поломки заготовки. Вот такой у меня набор есть, точнее был, осталась только коробка. Ох и гомнястый набор, страшно, если увидите такое, обходите стороной. Здесь осталось из всего набора, что был, вот одна плашка только. М8, ШАХ-1.25, остальное все мое, родное. Немного притуплю витки резьбы, чтобы лучше накручивались гайки. Проверим. Отлично. Далее потребуется вот такой болт. Как можно видеть, с таким углублением. Между прочим, перебрал, наверное, штук 20 в магазине. Вот такого плана болтов, и все корявые, косые. Ну, конечно, штамповка, но тем не менее. Куча вот таких вот косяков. Неровно вот это вот кольцо. Как можно заметить, здесь больше, здесь меньше. Здесь меньше, здесь больше. Внутри вот такая вот безобразие. Да и здесь тоже. В общем, качество нынешней продукции оставляет желать лучшего. Конечно, лучше было бы советский. Там таких проблем не было. Но за советским нужно ехать на рынок, а мне лень. Чего уж там скрывать, лень.
Тут вышел в магазин, купил рядом. Опять к токарному станку, а что делать? Попробуем подправить немного вот эту вот выемку. Установил так называемый резец «Корячка». «Корячка» — это я его прозвал, он самодельный, шел в комплекте с токарным станком. Почему «Корячка»? Потому что косой, кривучий до такой степени, прям все кривое. И державка кривая, и заточка кривая, и напаянная пластина тоже кривая, ну или заточена криво, не знаю. Тем не менее, я вам скажу, он меня выручал то. И я думаю, что он и сейчас меня выручит. Понемножечку, понемножечку. Двигатель не включаю вручную, дабы все видеть получше. Вроде бы получше стало. И немного пройдусь надфилем. Очень аккуратно, ибо это нарушение техники безопасности. Просверлю отверстие, нарежу резьбу М4. Да за что же мне это? За что? Мелочишко. Здесь у меня разные монеты. Союз нерушимых республик свободных. Наши родные. Вот, скорее всего, из них и сделаем. Почему? Потому что 10 копеек украинские толще. Можно было бы 1 копейку, но они совсем тоненькие. Поэтому наши многострадальческие. 10 коп. И имеется вот такая вот оправка, назовем ее так. Все-таки я решил советские использовать. Они мертвые, 10 копеек жалко. Бедненькая гривня и так страдает всю свою историю. Тут еще и токарные эксперименты над ней. Суперклей нанес тонким слоем. И монету приклеиваем. Устанавливаю токарный патрон. Докладываю, мелочь не потерпела такого неуважительного к себе отношения. Пришлось точить из обыкновенной латуни. Маленькая заготовка и вперед. Я, спокойно. Ты, главное, спокойствие. Может, место. Капельку ортофосфорной кислоты. Проступивший припой аккуратно удаляю остро заточенным резцом. Снова установил наш болт в патрон, и теперь осталось просверлить отверстие диаметром 5 мм. Баснословное количество наждачной бумаги и шлифуем. Немного белого пластилина, компакт-диск и секретный порошок.
Собрал тумблер, все как и было, капнул немного масла, дабы контактная группа подольше проработала, и накручиваем наш болт. Вот это да, вот это конструкция. В чем преимущество? Что можно не просто за верхнюю часть, а можно просто пальцем. Для того выемка, собственно, и организована. Именно потому я такой болт и искал. То есть можно просто пальцем. Раз. Два. А-а-а! Ха-ха! Недолго тебе, грязный подонок, осталось. Пробуем. Боже, это блаженство. Просто блаженство. Прощай, скотина. В чем еще исключительная особенность нашего тумблера? Как вы могли догадаться, я думаю, кто-то да и догадался. Порошок, смешанный с эпоксидной смолой, является люминофором. Сейчас я выключу свет, и должно быть видно. Заметно, правда? А зачем такие существенные телодвижения? Спросит пытливый зритель, ведь можно было просто выкинуть старый тумблер и поставить на него место новый тумблер. Я вам отвечу так. Во-первых, заменить тумблер может каждый, а изготовить какое-нибудь оригинальное изделие нет. В общем, таким образом мой станок хоть чем-то выделяется. Это во-первых. Во-вторых, разумеется, все имеет более серьезный мотив. У меня есть знакомый, который имеет отношение к электронике. Ну так вот, он для гаража изготавливает то ли переносную колонку, то ли радио. Я, честно признаться, так и не понял. Ну так вот, и он хочет стилистику этого устройства сделать как бы гаражной. То есть у него будут ручка громкости, допустим, будет шестеренка большая. Там тумблер вот по типу такого. Собственно, это и есть прототип. Он мне попросил помочь. Поможем. И особенность будет в чем? Как вы уже, может быть, догадались. Органы управления будут иметь как бы люминофорное покрытие. Благодаря которому при недостаточном освещении можно будет хоть что-нибудь понять, что клацать, что нажимать, дабы эту колонку, это устройство управлять. То есть включить, выключить, там громкость изменить. Вот. Я имею теперь опыт какой-никакой и, надеюсь, помогу ему. Может быть, покажу вам этот самый усилитель, который он разрабатывает. Может, нет, еще обещать не буду, в общем. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. Будем обсуждать эту тему. Подписывайтесь в Инстаграм, не забывайте. Там я публикую фотки текущих моих проектов. Вы будете знать первыми. Ну, вот, самую свежайшую информацию будете получать. Жму руку. Но пасарам, как всегда.